Всем привет! Вы на канале RoboTube. Автомобили Tesla с автопилотом пользуются большим спросом. Это значит, что при необходимости автомобиль может самостоятельно ехать по дорогам, аккуратно меняя полосы движения. К сожалению, многие владельцы автомобилей с автопилотом не понимают, что технике пока рано полностью доверять вождению. Недавно полиция Канады сообщила о задержании 20-летнего мужчины, который включил автопилот и спал на откинутом сиденье. Когда полиция включила сирену, автомобиль начал набирать скорость и попытался скрыться от погони. Звучит прям как в фильме, можно подумать, что в автомобиле была включена опция «удрать от полиции». Ну а если серьезно, то каким-то образом автомобиль смог самостоятельно разогнаться после включения полицейской сирены. Эта история полна загадок, обязательно посмотрите до конца. Необычная погоня произошла в июле 2020 года. Полицейские сообщили, что в один из летних дней заметили автомобиль Tesla Model S, который ехал с превышением скорости 140 км в час. При этом внутри салона никого замечено не было, из-за чего они предположили, что водитель и его пассажир спали во время езды на откинутых назад сиденьях. Когда полицейские попытались догнать нарушителей и включили сирену, автомобиль Tesla разогнался до 150 км в час, что было засчитано как попытка уйти от погони. В конечном итоге 20-летнего водителя и его пассажира поймали и на сутки лишили прав. В декабре состоится суд, где водителю будет предъявлено обвинение. Все это звучит как очередной инцидент, который произошел из-за излишнего доверия автопилоту Tesla. Несколько месяцев назад был случай, когда автомобиль Tesla протаранил стоявшую на обочине полицейскую машину. К счастью, в ходе аварии никто не пострадал, но водитель был арестован. В ходе выяснения подробностей он признался, что совершенно не следил за дорогой, потому что полностью доверил вождению автомобилю. Ведь это очень удобно – включить автопилот и позволить автомобилю довести тебя до нужного пункта на карте. Наверное, именно так думал владелец автомобиля, потому что в ходе поездки он смотрел фильм на смартфоне. Происшествие кажется очень правдивым, потому что, включив автопилот и положив руки на рулевое колесо, действительно можно заниматься посторонними делами. Только вот в случае, который произошел в Канаде, совершенно не верится. Ведь если водитель спал на откинутом назад сиденье, автопилот бы попросту не работал. Важно, чтобы руки находились на руле. К тому же неясно, каким образом автомобиль смог самостоятельно разогнаться при виде полиции. Шутки шутками, но в автомобилях Tesla действительно нет функции скрыться от полиции. Если, конечно, водитель не является хакером, который может повлиять на поведение автомобиля. Из-за отсутствия объяснений со стороны полиции, в ситуацию верится с трудом. Скорее всего, водитель все-таки держал контроль над всем, что происходит. Ведь в интернете есть множество фотографий, где за рулем автомобилей Tesla сидят якобы спящие люди. Этот случай тоже похож на постановочный, и при виде полиции водитель нажал на педаль газа самостоятельно. Но даже если это было неким подобием розыгрыша, шутник все равно понесет наказание. Ведь автопилот Tesla – это не игрушка, и иногда он может совершить настолько серьезную ошибку, что некоторые люди окажутся либо в больнице, либо за решеткой. О том, что автопилот является всего лишь дополнительной системой безопасности, напомнил даже начальник полиции Гэри Грэм. Вам понравилось видео? Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы всегда быть в курсе новых технологий и невероятных фактов.